Доброй ночи, сударь и сударыня, с вами 625. Сегодня мы продолжим проходить кампанию кооперативную за двух игроков в третьем месте Киншаса. На этот раз мы окажемся в складе химикатов. Проверьте все 5 ящиков, чтобы найти вещество, как красная ртуть. Я советую вам воздержаться от поднятия любой тревоги на этом уровне, так как это приведет к появлению лазерных мин, активированию и дополнительных турелей, которые выглянут из тех щелей. This looks like a depot of some kind. Scan any suspicious crate you find and keep your eyes peeled for red mercury. А вы что думали, я вперед пойду? Да нет, конечно. Там все утыкано камерами наблюдения. Вы что? Нет, здесь есть лазейка, в которую, по идее, должны проникнуть оба агента. И это... вот эта вот подземная шахта. Смотрим на нашу задницу, на наши ноги первого агента и проникаем вместе с ним внутрь. Действия можно выполнять одновременно для двух агентов сразу. Один ползает, другой выходит вперед, ну и так далее. А тут у нас первая камера наблюдения. Мы ждем, пока она повернется. Чтобы не тревожить нашего напарника, возьмем карту-ключ и взломаем клавиатуру. Код 5268, если что. Но я буду взламывать, так как не увижу записку в конце. И, собственно, это как-то, ну, по сюжету не очень хорошо выглядит. По идее, надо возвращаться обратно, но этого делать я не буду. Вы чё, ребят? Открываем холодильник, сканируем первый элемент и уходим. Good work. Keep at it. Мы можем, в принципе, открыть и второй холодильник. Вот, он открывается здесь. Но в нем ничего нет, в нем пусто. Открываем двери и уходим. А вот, собственно, и лазерная мина, о котором я вам говорил. Она здесь активируется. Давай, давай, иди сюда. Приманим нашего голубчика и оглушим его таким способом. Все, мы его оглушили. Но там еще внизу один ходит. Нам его надо тоже приманить. Че он там? Так, переключимся пока на нашего второго агента, пускай он к нам придет. Выйти вперед. Вот он к нам пришел, собственно. Так, ну этот агент в тени. А вот, собственно, у одного из нас винтовка со снайперской с патронами, а у другого дробовик. Хотя в следующей части у нас будут только снайперки, и мы вообще все боеприпасы растеряем. Как-то криво сделано. Ну ладно, ничего страшного. Так, оглушим этого чувака, пожалуй. Опа, готов. Так, а здесь можно мимо камеры пройти. В принципе... при условии, если она повернется на полные 360 градусов. Ну а пока она не повернулась, давайте мы пригласим нашего красного агента взломать замок. И взять вторую ключ-карту, находящуюся прямо на полу. Четырехступенчатый замок. Ну а вот, собственно, наша ключ-карта. И здесь все утыкано камерами наблюдения. Так, наша камера повернулась. That's what I like to see. Progress. Вот и все. Теперь мы будем совершать двойной переворот и подниматься по веревке. К сожалению, без наших напарников никак. Но у нас есть две ключ-карты, не забивайте. Собственно, их можно активировать вот здесь, в этом месте. Но хотя это ничего не даст.
По идее, вы должны возвращаться назад в этой миссии, но это как-то не очень. И лишнее время, лишние действия. Зачем вам это надо? Аккуратненько спускаемся вниз, чтобы не потерять здоровье. Оно нам еще понадобится. Поднимаемся по нашей веревке. Ну а дальше идем в эту зону. Как видите, здесь вот такая турель, которая движется и реагирует на любое движение. Так. И там охранник, который нас тоже может пасти. Так, аккуратнее двигаемся. И впритык к этим светильникам. Вот, собственно, мы уже передвинулись. Сейчас турель продолжит обратное вращение. Но мы не должны двигаться, вообще не испытывать звука. Да, она на нас смотрит. Собственно, вот она уже уходит из нашей зоны. Так, мы будем перебрасывать нашего синего агента. Аккуратнее, аккуратнее. Ныкаемся, ныкаемся, ребята. Ныкаемся и оглушаем этого чувака. Самая сложная часть выполнена. Теперь мы переключаемся на наши пистолеты и помогаем нашему напарнику. Так, турель нас смотрит. Ждем, пока она отъедет. Да, она прям до самого края доходит. Так, ну все. Начинаем улучшение камеры наблюдения. Вот с такого вот расстояния. Открываем дверь. Наш напарник должен зайти внутрь и закрыть ее. Здесь есть, собственно говоря, открыть мост и ситуация с химикатами. А вот, собственно, и аптечка в этой комнате. Так, ну давайте мы продолжим наше ушушение, чтобы наш агент смог выйти. Так, ну что же, наш агент вышел. Так, а теперь мы пригласим немного красного агента к нам. Так, ну что же. Теперь наш напарник будет глушить камеру наблюдения, чтобы красный агент к нам подошел. Так, ну в принципе он подошел. Теперь мы должны активировать две ключ-карты. Ну, собственно, уходить из этой зоны. Нас никто не спалил. Это очень хорошо. Здесь у нас два охранника, что не очень хорошо. И мы должны оглушить их. Можем аккуратненько спуститься. Вот так вот. Ну куда он там ушел? А, ну ладно. А красный наш агент пока поднимется немножечко наверх. Мы можем забраться по вот этой балке и пригласить синего агента для конспирации. Дополнительных мер. Ну а пока он будет свешиваться. Вот так вот. Мы будем оглушать этих двух ребят, которые тут ходят. Ходят, бродят, не знают, чем заняться.
Ну давай, давай, ты что-то там видел. Иди сюда. Они пойдут вместе. Надо спрятаться. Один из них поворачивается, и другой поворачивается. Схватим его, пожалуй. Одного оглушили. Теперь у нас второй на подходе. Где он там? Ага, вот он. Так, так, так. Куда он ушел-то, ё-моё? Ну вот он, собственно. Пускай подойдет к нам, а мы его оглушим. Отлично! Все, мы больше можем больше не париться по этому поводу. И сканировать оставшиеся три ящика. Поднимаемся на балку. Да, кстати, здесь можно выстрелить в трубу, по идее. Но я, у меня дело, у меня что-то не получалось. Они взорвутся и посыпется газ из них. Сделать это нужно после завершения всех задач. Точнее, одно единственное главное. Мы спустим нашего напарника вниз. Он просканирует контейнер. Good job. You're almost done. Все, мы можем вытаскивать его из этой задницы. И нам остается просканировать еще два контейнера. Один из них находится рядышком, в общем, прямо под нами. Другой в дальнем углу. Аккуратненько спускаемся, чтобы не потерять лишнее здоровье. Все, мы просканировали четвертый элемент. Остался пятый. Подойдем к нему, вот он находится здесь, как раз. Опускаем погрузчик и сканируем пятый элемент. Analysis confirms the presence of red mercury. Diluting the substance in water should be enough to render it inert. See if you can shoot the sprinklers. Красный агент спуститься может к нам вот таким же способом, чтобы не потерять здоровье. По лестнице. Ну что же, наша миссия завершена. Давайте взглянем на наши цели и задачи. Вот, собственно, цели, которые нам нужно было выполнить. Альтернативных нету. И одна записка, которая появляется в том случае, если мы не вводили код в двери в начале миссии. Вот, собственно, единственные у нас данные с компьютеров. Нам нужно включить вентиль и убираться отсюда к чертовой матери. Ну вот и все, дамы и господа. Миссия завершена. Сто процентов. Сто процентов. Ну а дальше самая сложная часть. С вами был Шоу 25.